Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Black Games. Что ж, продолжаем проходить модик по первому шарингу. Так, мышка, ты опять меня бесишь. Это что такое, блядь? Ты что, на карете, что ли? Ты подданный, что ли, такой охеревший? А типа что? А почему здесь что-то находится? Вот смотрите, я не могу туда идти. А тут прохожу, а вот тут нет. Тут что-то стоит. Нахера это сделали? Идиотизм, конечно, ладно. Так, тут пока еще никого нет. Мне бы персиков. Персов побольше в команду. Персиков, кстати, я бы все тоже не отказался. Было бы круто. Ладно, пошлите обратно в деревню. Так, у меня кто-нибудь подох? Подохли, конечно. Даже без воскрешения подохли. Ой-ой-ой, нет. Ты мне должен другое сделать, да сука. Ненавижу вот это в первой части. Астраль. Замечательно, из второй части. Только не похож ни хера. Кстати, 2300, хорош. Маловато, конечно. Ну ладно. Зато у нас теперь есть два мага новых. Это Астраль и Анри. Это очень круто. Потому что сейчас босс будет, сука. Сейчас будет босс. А этого я не хочу. Так, давай побазарим. Да дам я тебе верну, точнее внука, дай корабль. Так. Зайти и закупиться чего-нибудь бы, а? Сука, ну подойди ж ты сюда, тварь. Во. Так. Антидот сраный, так. А, 200, хорош. Я думал 400. Так, у тебя есть? Вот тебе одну. И... И пару хилов. Сотку. Дорого. Кстати, а может этот починился? Блин, а чё же Артур не присоединился? Вот печаль, беда. И опять сломался, вот ублюдок. Это Ганс, по-моему, или Гунс зовут. А тут должен быть этот был. Чувак, который присоединился ко мне, который во всей первой части в оригинале вот этот с портфелем. Так, а, блин, почему же Артур не присоединился? Ну ладно, в принципе, мы взяли двух магов, это вполне нормально. Так, пропускай. Сейчас бы уже надо в третью главу. Нужно книги. Ой, книги оружия новые. Ой, падаль, а. Блин, хорошо тут нету, наверное, летучих мышей. Я их так ненавижу в оригинале, так ненавижу. Ага, здесь куклы. Блин, сложно будет. Первый уровень, ну хоть первый, ладно. Вот ее надо беречь прям по-любому. Полтинник, офигеть. Просто тупо полтинник. Магами долбать. Я про босса. Ладно. Хер ли делать.
сука. Нихера он суданул. Фига там циклоп из второй части. Вот слабенький. Посмотрим, как сурки ты бьешь. Чё, отравил что ли, падла? Бля, я отвлекся. Вот собака, а. Посмотрим, как действует. О, красиво выглядит, Андрей. Нормально. Тут сейчас даже не в опыте дело, по сути. Надо босса просто вальнуть. Один. Но мне потом после апгрейда будут давать нормальные это статы. По идее. По идее, а там без понятия. Алло, хпшечка. Правда, не понимаю, зачем ему атаки, но ладно. Хотя, если будут хорошие посохи в конце. Хорош! А вот это вот ЗБС. Если бы все школьники были такие борзые, было бы весело. Это что за дрянь? Я даже его не заметил. А, это какие-то другие крабы, подожди. А, это усыпляющие. Это вообще даже не крабы, хер какая-то. Я что-то посмотрел так изначально, крабы. Дать ни хрена не крабы. Не, ну первую пачку мы разложили вообще без проблем, в принципе. Ой-ой-ой. Тихо. А чё, надо выносить, хер ли тянуть? Блин, надо похилить, не забыть. Да, сейчас подох, блин, надо было сначала детокс сделать. Так, тебя надо беречь прям по-любому. Фу, вы противный. И живущая сука какая, а? П
По 3 хп уходит, ёшкин. Кот, ну какого хуя ты походил? Пиздец. Ну ё-моё, а ну какая же ты тварь! Сука. Естественно, пошло все по пизде. Да не, я без мага не вывезу. О чем разговор? О чем разговор-то? Вот же проститутка, а? Что-то делает. Как бесит они, а? Блин, обидно за магичку, прям обидно, собака. Бесполезные животные. Вовремя. Так, походил. Сон, этот долбанный сон. Так, ждем, пока проснутся. Опять эта херня. Как этот долбанный детокс уже бесит, а? Ну я отпусти. Так, ну что, поехали. Упс. Я вас понял. Их ебать. Я тоже так могу, ублюдок. Блин, меня он на один ход у меня. Почему по мне больше прилетает?
Объясните мне, почему по мне больше прилетает? Как меня бесит, что они хилятся здесь в этой части, а. Да я, вот я так и знал, вот я не знаю почему, я так, блядь, и знал, что он промажет. Ушлепок. Все, бой уже кончился. Если бы у нас главный попадал, а сейчас он подохнет, блядь. Спасибо, Лоуи. Как ни странно, он оказался легче, чем в оригинале. Да подохни уже, хватит вот диалоги, это всякую дичь. Нам в церковь надо идти. Сейчас соберем предметы. Сдох, падаль. О, малой. Опа, 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 опа. А, у главного уже еще на это. Как вот эта херня бесит, если честно. Надавали этой херни вот этой. Я еще комментарий к прошлой серии не читал. Потому что она еще не вышла. Я подряд записываю. Опа, 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 вот это хорошая штучка. Так. Держи подарок. Ну-ка, намного повысить. Хотя бы на трешку, пожалуйста. Как по заказу. Так, ну вроде все, да? Ладно. Так, сейчас корабль забирать будем. Не сюда. Подло, какой мэр в центре города прям расположился. Thank you very much, спасибо. Спасибо за корабль, но вы сами знаете что. Это было бы слишком просто. Ступеньки. О, привет. Ой, какие большие огни. Валим. Валим отсюда. Валим нахер. Все, булькнул кораблик. Черт, ладно, еще раз надо, по-моему, с ним говорить. Падаль какая. Да, открывай. Так, надо лечить. Точнее, воскрешать. Да господи! На, вот сейф.
Ё-моё. Бесит уже. А, у меня еще и кентавр подох, да. Так, сейчас пойдем в церквушку. Биться будем. И потом закончим. Здорово. Но этих не меняли, ладно. А что мне надо куда? А. Welcome, да. Надо с этим было поговорить. Так, сейчас нас тут запрут. Ран. Беги, типа. Вот мразь. Блин, там маги. Там маги, суки. Блин, а где Блейз? Точнее, Флейм, как он тут называется. Ууу, да. Это называется печаль, беда. Эх, думал, может, через одну. Нихера, ладно, будем ждать вас снизу. Валим. Догнал же, сука, а. Ну не надо, ну... У меня массовых магов теперь нет, вот это плохо. Ну фриз, но он на зомбаре, плохо. Ладно, они дно, они сейчас разлетятся тут. А-а-а! Как же ты бесишь. А что делать? Бить-то как-то надо. Бить-то как-то надо. Неприлично такими бить клетками, ну ладно. Ножники.
Ей бы левел один, может, ей дадут какое-нибудь заклинание. Ай, бесит. Отравит сейчас. Думал, отравит, вот честно. А, ну вот этот отравит. Ладно, они все походили. Они все походили. Может, хватит? Да не. Повезло. И то на левел не хватило. Кстати, ребята, напишите. Апгрейд с 10-го тут. Или как у второй. Просто мод же переделанный. Я знаю, что в оригинале только. Без понятия. Так. Про апгрейды напишите, что дальше там интересно будет. Вот это хороший уровень. Вот это хороший уровень. О, трешечка манны тоже неплохо. Опять у меня главный стал, кстати, по уровням отставать. Есть. О, как скудно. Вообще скудно. Даже целители выше, но им за хил много дают. Вообще посрать. Ну и посмотрите, что они себе представляют, а то я так что подойду. Ой-ой-ой. Саурайвер, ну понятно. Так, ману побережем. Уже бесит пост. Да ладно, ну что за издевательство? Прикалываешься. Опасные движения вот эти все. С
Смысл вот первого и второго уровня я вообще не понимаю. Ну ладно. Или там клетки, я что-то не помню. Как можно атакой с манной промахнуться? Пырь. О, дебил, блядь. Ну-ка, всади-ка ему. Ах ты ж падаль, только не говорите, что у них всегда срабатывает. Ну все, ну они сдохнут. Они теперь подохнут. Фу, хорошо там главного не оказалось. Где новая манна? Я... Ой, магия, я так раз... надеялся и рассчитывал, короче, блин. Ну давай еще промазывать. Не хватало вообще еще от детокса тут поддохнуть. Еще и так атакуете, вот ублюдки, а? Бля, мне бы вытянуть этот бой, конечно, опасно как-то. Опасные твари, однако, конечно. А что делать? Надо как-то бить. Ну сначала попробую палкой. Япона, мать, я могу проиграть. Черт. Ебать. Что делать-то? Вот это жопа. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Надеюсь, ты не достанешь меня. Держи удар, пожалуйста.
У-у-у, чуть не подох. Господи, как сложно, чуть не подох от этих ублюдков. Ладно, вытащили. Это было жестко. Это было жестко. Амон. Фу, вот эти соуриверы, это, конечно, жестокие ребята. Ну ладно, фух, блин, я ж чуть не охерел, думал, сейчас сольют меня. Поехали в третью главу. Точнее, в третью книгу. Или главу. А, ну, картина, да. Так, ребятки, давайте сейчас закуплю оружие и закончим на этом. Ой, хорошо-то как. Как хорошо-то. Так, ладно, тихо, я аж потерялся. Стальной клеймор. Блин, мне надо старый, наверное, продать. Вот это говно. Нифига у тебя. А ОМОН в пачке, да? Замечательно. А Болбарой нет. Ну и хрен с ним, в принципе. Я не знаю, какой лучше, кстати. Подождите. А, это бронзовое копье. А как получше? Но это у меня есть. Но у меня такое же. Так. Ну не, у меня такое же. Замечательно. А с красным повоюю, значит, одинаково. И надеюсь, меч-то лучше хоть. Да, меч лучше, хорош. Значит, старый продадим. И закончим на этом. Ладно, ребятки, все. Давайте на этом закончим. Дальше уже пойдем, получается, у нас будет бой перед пещерой, где мы найдем эти слезы для Зива. Если он, конечно, там, может, там кто-нибудь другой этим отдать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии. И всем пока.